Эти ребята отправятся на Байконур. Их наградили за участие в молодежном форуме «Иволга», который прошел летом в Самаре. Юлия Шевцова разработала проект оказания экстренной помощи людям при ЧС. Кроме гранта, девушка получила путевку на космодром. Необычный подарок оказался воплощением давней мечты. Теперь я буду говорить, я из Самары, я видела, как запускали ракету на Байконуре. Ну, мне кажется, это классно. 7 ноября с Байконура состоится исторический запуск. На борту пилотируемого корабля «Союз» самарского производства к МКС отправится «Олимпийский огонь». Свидетелями знакового события станут 16 победителей «Иволги» из 8 регионов ПФО. Старт познавательной турпоездки был дан в музее «Самара космическая». Программу на ближайшие 3 дня ребятам пообещали насыщенную. Посещение технических комплексов и подготовки ракетоносителей, подготовки космического корабля – это знакомство и с историей космодрома «Байконур». Одни ждут от поездки на Байконур ярких впечатлений, другие – новых знаний. Молодежный форум «Иволга», он имеет образовательную направленность и именно направлен и нацелен на то, чтобы предоставить возможность нашим молодым ребятам проявить себя в инновационной деятельности, именно в той деятельности, которая неминуемо приведет нашу страну к новым и к новым успехам. Молодежный форум, который открывает для студентов и юных специалистов самые неожиданные возможности, будет проходить в Самаре ежегодно. Марина Кравцова, Сергей Баскин. События.